Продукция сетевых магазинов никогда не заменит фермерскую. Это с успехом подтверждают участники ежегодной сельскохозяйственной ярмарки «Осенний завоз». В этом году мероприятие пройдет на территории парка АСС в юбилейный 10-й раз. Фермеры из Нижегородской, Ивановской, Владимирской областей, республик Чувашии и Мордовии порадуют гостей продукцией собственного производства – товарами народных промыслов. Кроме традиционной продукции, это там мясной продукции, молочных, хлебобулочных изделий. Также очень много ремесленников, которые предоставляют и керамические какие-то изделия, игрушки, корзины, ну и прочие там изделия из металла, кожгалантерея, шапки, платки. Все как вот на настоящей ярмарке, так насыщенно и всего много. Свои товары представят около 100 продавцов. Среди них как новички, так и те, кто привозит свою продукцию с самого первого осеннего завоза. Ярмарка будет работать с 8 утра. С 10 до 12 часов гостей ждет развлекательная программа с розыгрышем призов. Также можно будет посетить музей военной техники и галерею русской иконы. Организаторы обещают подготовить несколько сюрпризов. Тоже будет музыкальное сопровождение в течение всей ярмарки. И закончится она где-то традиционно, тоже где-то в 14 часов. Времени остается мало, но это чем меньше времени, тем интереснее. С каждым днем готовится к этой ярмарке. Ну и у нас есть такой лозунг, который мы каждый год используем в своих плакатах, что приходите, мы сможем вас удивить. В этом году мы на плакатах такое не использовали, но все равно приходите, мы сможем вас удивить. Событие положит начало традиционному осеннему сезону фермерской торговли. Саровские производители и предприниматели еще могут подать заявку и присоединиться к ярмарке. Информация по телефону 754-58. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров 24.